Is everything all right? Yeah, you can come up. Jake, I know this might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. Yeah, the place is beautiful. Still, we can't forget what we came here for in the first place. All right, let's focus on the goal. Come on! Здорово, бандиты и бандитки, с вами, как всегда, Спикер, и продолжается зеленый ад. 100 дней выживания при максимальной сложности без смертей. Бери вкусняшки, бери попкорн, наслаждайся последним роликом зеленого ада. И, друзья, давайте же поспим. Мы поспим буквально несколько часов. У нас будет 99-й день выживания, 12 часов ночи. Прям тут спим, прям на земле. Погоди, пойдем на земельку, мы будем спать на земле. Как настоящий туземец. Спасибо за твои комментарии, спасибо, что поддерживал меня все это время. Нам осталось прожить буквально практически сутки. Сейчас поспим, проснемся и будет сутки. Ну да, 5 часов утра уже, а поспать нужно, знаешь, будет достаточно. 3 часа ночи. Мы сейчас отправляемся в райское место. Взяв вкусняшки, подлез под одеяло и начинай бояться. Последние 24 часа ада. Зеленого ада. Нам нужно отправиться в райское место, сделать там временное убежище, чтоб я там сохранился. Потому что давненько я не сохранялся, давай, знаешь. Опасно так. Мы отправляемся сейчас, знаешь, куда? Как мне не изменять память, мне нужно отправиться вон в ту сторону. Отправляемся в ту сторону, и мы попадаем в райское место. Туземцы, атакуйте меня! Я готов вас убить всех. Добить вас всех. Отправляемся в райское место. Мне нужно сделать там временное убежище. И уже там мы будем заканчивать. 100 дней выживания. Максимальной сложности без смерти. Надеюсь, я правильно путь выбрал. Слушай, реально правильно, а? Погоди-ка. Тут все одинаково. Я не понимаю. Ну, вроде правильно. А ничего страшного, если неправильно, ничего страшного. Так, что у нас по мясу? Что я хочу? А-а-а! Паук! Там был паук. Я, кажется, перепрыгнул. Туземцы, вы где? Туземцы, вы где? Кто там? Кто там? А, кабан, что ли? Кабан, смотри, как красивый. Светит луна, кабан. Туземцев не вижу. А, поднимаемся наверх. Кажется, правильно выбрал маршрут. Я, знаешь, по памяти помню, карту помню, а путешествую буквально во многих местах. И, конечно же, туземцев многих я убил. Так, я что хочу? Я пить хочу. Я хочу есть, что-то хочу сделать. А, погоди, давай-ка скушаем, давай-ка выпьем. Шишки мы скушаем, шишки... Погоди, не будем кушать шишку одну. Все, 100% все офигенно. У меня глисты, пиявки, мне насрать. Так, нужно спуститься вниз. У нас сколько времени? Идет дождь. 4 часа, 5 утра. Я уже доберусь, наверное... Да не могу пройти. Мне нужно спуститься аккуратненько и не убиться. А можно, знаешь, вернуться в наше временное убежище, последнее убежище, которое было, и посмотреть, как у нас там все обстоят дела. Темно. Темно, я ничего не вижу. Пауки и змеи. Пауки и змеи готовы меня сейчас сожрать. С потрохами.
Так, здесь вижу, вижу. Что-то я вижу. Сейчас будет подниматься рассвет. Тут змеи бывают. О, о, погоди-ка, фруктики, фруктики. А, место есть? Хочу забрать с собой. Ай, мясо выкинуть их к черту. Места хватит? А, нужно их так брать. Да, место есть. Мясо, фиксим с мясом. Все, третий фрукт. О, минус два паразита. О, кокосик. Здорово. Кокосик. Заберем с собой. Можно взять с собой, нормально. У-у-у, туземцы, давай же вы где? Я готов сражаться с вами. В последний бой. Идем в последний бой. Атакуют меня кабаны. Смотри, кабанчики меня атакуют. Хрю-хрю-хрю. У нас рассвет. Мне осталось прожить буквально 28 часов. И у нас 100 дней выживания. 99-й день. Отчиметь, отчиметь. Мне реально голеник. Я даже и не знал, что я реально смогу прожить эти 100 дней. Но в каком я состоянии? Ты посмотри. Реально довольно в критическом состоянии. А здесь все потушено. Ну, хотя бы не разрушено. Ой, сколько костей повыкидываю. Посмотри. Обалдеть. Идем в райское место, там уже рассвет будет у нас. Здесь у нас блюда пустые, все заброшено. Идем в райское место и будем там доживать последний день. Рассвет, 99-й день. Нам осталось прожить буквально чуть-чуть. Сейчас построим там что-нибудь. Но, мне кажется, знаешь, галлюцинациями и до туда доберутся до меня. Они и там будут мне доставать, эти туземцы. Так, о, грибочки, грибочки возьмем. А вот засранцы вы туземцы. Так, водопадик. Где тут было у нас бревно? Я помню, помню было бревно. А вот здесь можно пройтись. Ух. Один день осталось. Черт возьми, реально, напряжение очень серьезное. Мои нервы напряглись очень сильно. Довольно опасно сейчас умереть, но у меня довольно много жизни, довольно много энергии. Я смогу отбиться хоть от пятерых туземцев. Да-да-да, готов от них отбиться. Добить их я тоже готов. Реально воин уже, хотел сказать воин Спарты, а воин зеленого ада. Ну где вы, туземцы? Где вы, засранцы? Черт, как же прет, а? Меня эти галеники уже достали, честное слово. Сколько я уже слышу, наверное, 5 дней эти галеники в моей голове. Нет никого. Идем в райское место. Надеюсь, там никто не доберется, но хотя бы здесь не будет пауков, не будет змей. Но туземцы, наверное, будут. Но это неизвестно, конечно. Где вы? О, какая красота! Рассвет! Рассвет! 7 часов! 20 марта. 100 дней выживания. Нам осталось прожить последний денечек. У нас жалко удочки нет. На последний денечек, знаешь, бы удочку порыбачить. Да? Было бы обалденно. Так, ну хорошо, делаем. Делаем сейчас временное убежище. Вот такое, чтобы можно было сохраниться здесь уже и закончить 100 дней выживания. Да вот так, без разницы, как. Мне нужно листья пальмы, длинные палки, я помню, в принципе, практически наизусть. Короткие палки тоже сойдут. О, и дерево. Ну что, 24 часа осталось прожить. День работаем, и мы спать будем, конечно же, ночью. Наберемся сил и встречать будем 5 часов утра. Так, куда упал? Куда упал? Мое добро. Закрой свой рот. Ты сдохнешь. Одна длинная, вот есть вторая длинная палочка. Так, сперва мне нужны короткие. Ага, нужно 8 коротких палок. Пойдем поищем короткие палочки. А, по идее, я срубил дерево, должно быть короткие. Нет, слишком короткая палка. А вот короткая есть. Кокоса есть тут? Кокоса жалко нету. Два за 4 часа. Сколько всего мы построили? А где мы только не были?
Племя туземцев уничтожали. Наши лагеря тоже туземцы уничтожали. То есть прибегали. Пытались нас выселять. Выселяли бы, я помню. Сбегали, бросали все. Потом снова возвращались, и реально было много всего интересного. А если ты, конечно, играешь в эту игру, то ты найдешь что-то интересное и для себя. Все и в запись, друзья. Все есть. На стримчиках. Проходили, начинали на стримчиках. Потом стали постройки больше и, конечно, стали FPS проседать больше. Давай-ка дадим вам это убежище. И, конечно, мы прожили эти 100 дней. Но погоди, еще не вечер, да-да. Красивое место здесь, спору нет. Так, нужны короткие палки, сбрасываем. Три длинные палочки. Так, нужно посматривать назад, потому что туземцы, возможно, прибегут еще. А может быть и нет. Крики, крики в голоса в моей голове. Так, что у меня осталось? Листья пальмы и все? А, нужны веревки, веревка, все. 13 листья пальма. Тут есть бананы, смотри, реально офигенное место. Я хочу это съесть. У меня много мяса осталось. Один день и 20 часов. Мне достаточно одного дня, и у меня сколько? 5 кусков мяса. А мне насрать, я поем гусениц. Смотри, смотри, какой я живучий гаденыш. Я ем гусениц. Так, погоди-ка, я выкину. Давай-ка мы скушаем гусениц. А смотри, мы наелись довольно неплохо, да? 8 часов утра. Красота. Там, кстати, есть рыбка. Можно, конечно, порыбачить. Есть попугай, кстати. О, погоди-ка. Ах, не успел. Не успел. Ну, он садится здесь. То есть можно все-таки его подстрелить. Так, а есть какая-то крупная рыбка здесь? А я только мелкую вижу, а покрупнее нет рыбки. Но здесь можно порыбачить, это здорово. Так, листья пальмы. Пойдем искать, где пальма, которую не жалко будет срубить. Ну, в принципе, пальму всегда не жалко срубить. А вот бананы, их жалко рубить. Так, о, пальма растет. А, здесь шишки у нас. Нет, шишки мы не трогаем. Во, пальма, молодая пальма. Как раз не нужна здесь. Туземцы, вы где? Не вижу я туземцев. Так, 5-6. Все, максимально взяли. Броник вроде бы у меня пока рабочий. Все нормально. Доживем это 24 часа. Сделаем уже временное убежище. И можно, знаешь, спокойно выспаться уже. А когда уже пройдет на 100-й день, когда уже этот ролик закончится, можно выспаться и привести себя в порядок. Сделать здесь костер, какое-то временное убежище с крыши, чтобы костер не потух у нас и здесь реально офигенно выживать. Ну, просто что-то строить и все. Построим здесь немного. Мы занимались уже кузнечным делом. Два раза, даже три раза занимались. А осталось один лист пальмы и все готово. А, как раз есть. Заберем с собой остальное, там бросим. Возможно, пригодится, возможно, нет. Но туземцев тут нет. Пока. Пока еще нормально. Готово. Готово. Обалдеть. Поспать можно, сохраниться. Но это, конечно, Опа, чуть позже, погоди, я видел рыбку. Смотри, какая жирная рыба. Я ж тебе говорю, я 99 уровня охотник. А есть еще такая же жирненькая рыбка? Там бабочки, там попугаи. Обалденное место, ты посмотри, как красиво здесь, да? Согласись. Поставь лайкосик, если тоже считаешь, что... Ой, погоди, красиво. Добыть. Там есть еще одна рыба, погоди. Давай-ка мы это мясо скушаем. Нормально. Три паразита. Насрать, три паразита. Забирай стрелу. Сколько? Три паразита. Это сколько? 6 паразитов будет? А где? Я не вижу пока что их. Слушай, а нет паразитов никаких. Со мной все в порядке, как видишь. Вон рыба есть. А рыба есть, сейчас погоди. А можно подстрелить маленькую, слушай. Там еще одну. О, есть. Натягивай тетиву, энергии не хватает. Довольно быстро устает персонаж, потому что весь в глистах у нас, весь побитый. Так, рыбку сразу добыть мясом.
там есть еще рыбина. Можно здесь поставить ловушек, и здесь всегда будет рыба. И здесь не будет крокодилов, вот что самое приятное. Так, съесть. Disgusting. Три паразита. А вот они появились, три паразита. А у нас есть грибочки, кстати, синенькие. Да-да-да, те самые синие грибы. И мы просто уберем этих глистов. Кстати, давайте посмотрим наши руки, ноги. Как они избиты. Я хочу пить. Я хочу бананы, кстати. Есть бананы? В принципе, без проблем. Можно все дело съесть. Это я тоже съем. Мясо я съем. Поднимем себе жизнь, энергию. А, просто пить хочу. И все. Нет воды. Можно прокипятить? А, рыбы много. Это здорово. Так, спать я не хочу. Я хочу, наверное, поплавать. Посмотреть, что у нас там под водой. Ууу, какая мелкая рыбка. Обалдеть. Надеюсь, крокодила здесь не будет. Ну, здесь довольно мелко для крокодила. Там, где покрупнее, там крокодил водится. Ууу, а ты не кусаешься? Выныриваем. Поплаваем. Обалдеть, 99-й день, мы плаваем в райском месте. Смотри-ка, смотри-ка. А там, кажется, поглубже уже. Ну, там, наверное, тупик просто, там можно подняться наверх. А, пойдем подниматься. Пойдем сбегаем туда еще, в джунгли. Потому что здесь никого нету. Здесь нет опасности. У нас 99-й день выживания. Мы здесь построили уже сохранялку. Если что, уже потом под конец этого ролика мы вернемся сюда. То есть ночью, под утро мы вернемся сюда. Все, сделали. Уходим отсюда теперь. О, напугал меня. Напугал меня. Ух. Туземцы, вы меня ждете? Где вы там? Я иду к вам, туземцы. Появитесь. Так, насколько я избит? Давай-ка глянем. О, подкожный червь на левой руке. Подкожный червь на правой руке. Очуметь. О, сколько пиявок, пиявок. Посмотри. О, подкожный червь на правой ноге у нас. Очуметь. Так, по бронику что у нас? Броник нормально будет? Ну-ка, погоди-ка. По бронику. 35%. Нормально. 16 это мало, кстати, мало. 100%. По ногам у нас никто не упасть. Вот 10%. Пойдет. Все нормально. Ничего мы делать не будем. Идем в джунгли, где самые опасные животные обитают. Ну, змеи, пауки и все. Пока что я никого не вижу, когда у нас галлюцинации нету опасных животных. Кстати, даже крокодила и то не было. То есть, понимаешь, можно пойти с галлюцинациями во вторую локацию, и там не будет крокодила. Довольно хорошо видно в солнечное время. Я просто хочу пить, и все. Вода у нас есть вон там, кстати. Пойдем за водичкой, сбегаем. За водичкой. Туземцы, вы где? А вот животные. Так, какой из меня охотник? Да обалденный охотник. Минус животные. Минус 4 куска мяса. То есть плюс 4 куска мяса. Пойдем за водой, наберем фляжку. Ну где вы, засранцы? Дайте мне бой, я жду боя. Но нет, бой никакого, их нету. Просто. Тебе смешно? Тебе очень смешно? Кабанчики, кабанчики, погоди, кабанчики. Оп, минус кабанчик. А, плюс мясо. Охотник из меня, смотри, какой, 99-й. Прям в шею. Пронзил прям в шею. О, еще кабанчик. Раскидал всех кабанчиков. Живучий, бежал, поторопился. Надо было сильнее натягивать тетиву. Забирай мясо это с собой. Можно съесть и сырое мясо. Кстати, есть удочка. Я заберу с собой сейчас удочку. О, давай-ка заберем удочку с собой. Мы, наверное, на четверочку заберем удочку. Отправимся в райское место и уже будем на 105-й день, именно на 105-й день уже рыбачить в райском месте. Я буду 5 дней потом отсыпаться, чтобы привести себя в порядок и бессонницу прогнать. Туземцы, вы где? Black.
Вода. Вода есть. Вода. Да погоди, у нас гораздо больше воды есть. Черт эту воду. Набираем мы фляжку полную. Так, это полная. Грибочки выкинуть, черт. О, я хочу съесть все гусеницы. Слушай, он реально приел, смотри-ка. Раньше был здравомыслие минус, а сейчас вообще нормально, видишь? Нормальное состояние такое. О, сколько здесь мяса, ты посмотри, сушеного. Очуметь. Мяса тут много. Ну, не человеческого. Я бы сейчас, знаешь, отведал бы человеческого мяса. Давненько я не ел человеческого мяса. Я бы сейчас реально бы отведал этого мяском. Кстати, бананчиков, очень много бананов здесь. Кокос. А, выпить его. Давай добудем из него. Чипсы, сок оставим на потом. Но тут есть срок годности или нет? А срок годности нет. Нормально. Это хорошо. Так, добыть. Добудем. Из кокосиков. Добудем из кокосиков. Бананы нам, конечно, не влезут. Так, ну я не хочу бананы. Или хочу бананы. Хочу всего лишь пару бананов и все. Нужно маленько освободить это местечко и закинуть себе пару бананов. Ай, пауки. Чёрт у тебя, пауки. И забирай. Всё не влазит. Давай скушаем уже последний. Захрумка. Ну что уже, подходит. А у солнечный день к концу. Солнце заходит. И наступает ночь. Последняя ночь в зелёном аду. 100 дней выживания. Максимальная сложность без смертей единой. Где у тебя земцы, засранцы? Стой. Да стой на месте, крабик! Да бей его! Не могу подстрелить его. Он уже убежал куда-то в джунгли. У меня какие-то галюники, что ли, я пытаюсь его поймать. Не могу поймать, не понимаю. О, поймал, погоди. Расширить, давай его скушаем. No. Ой, пищевое травление. Ну, протеина 20 зато. Нормально зашло. Все нормально зашло. Поймал я все-таки этого пузатого. Быстрого. Туземцы, вы где? Давай же бой мне. А, мы все же будем есть. Под конец уже, знаешь, ходки, 100 дней мы будем все жрать. Я все попробую. Я все хочу попробовать. 4 блевотины. Ух, у меня энергии падают, жизни падают. Сейчас есть не смогу, кстати. Тут у нас есть водопадик. А что у нас под водопадом? Что-то мне интересно. О-о-о-о-о-о, это что такое? Это человеческие черепа. Камень. Заберем камень. Обалдеть. Ребята, что тут сидите? Кого вы ждете? Кого вы ждали здесь? Наверное, туземцы вас забили. А там как раз племя туземцев, да, ребятишки? Но ничего страшного. Я один из тех туземцев. Самый опасный туземец в этих джунглях Амазонии. Я хочу вздремнуть, что прошу это пищевое отравление и накушаться уже, знаешь, в последний раз. Просыпаемся уже темно. Да, уже закат. Самое опасное время суток. Солнышко зашло, и больше мы его не увидим. Туземцы, дайте мне последний бой, и я готов доказать, что я воин. Воин зеленого ада. Как быстро темнеет, кстати. Надо накушаться, кстати. Да-да, надо накушаться. Мясо. Так, это мясо испорчено. Я его выкину. Ничего не буду добывать даже. Давай это мясо. Ой, я сырое съел, да? Паразиты, погоди, у меня глисты. А нет, нормально, глистов у меня нет. Все нормально. Левого засранцы. Так, мясо, съесть мясо. Во, подняли жизни, здорово. А хочу еще воды, хочу еще бананов. Сейчас мы все это дело скушаем. Сейчас, давай-ка, накушаемся уже, знаешь. Последний раз накушаемся вдоволь. Сырое мясо есть. Так, вот есть еще этот, выкинуть его.
Это мясо съем, сырой оставлю. У-у-у-у-у, где вы, туземцы? Поднимается Уна. Ну, ну где вы? Я уже просто реально жду их, чтобы, знаешь, доказать. Доказать, кто здесь воин? А их все нет и нет. Ну, хорошо, спокойно. Спокойно, спокойно, мой друг, все нормально с нами. Все нормально. Ненормально, 15 дней эти галиники уже достают нашего главного персонажа, я испугался костей. Она же и смеется надо мной. Так, что у меня здесь по мясу? Что у меня здесь интересно? А мяса, мяса нету. А здесь просто у нас железо. Железная руда и все. Нет никого. Вот реально тут нет никого. Идем в райское место. Никто не выходит из джунглей. Какие-то крики. Какие-то смешки в мою сторону, в мой адрес. Так, что, все подняли офигенно. Флягу мы набрали полную, 100%. Идем отсюда. Идем в райское место. А там уже ночь переночуем, и там можно порыбачить. Да-да, пойдем порыбачим. Хрю-хрю, дай дорогу. Нет туземцев, все. Сколько часов мне осталось прожить? Сколько, сколько? 12 часов. Ровно 12 часов мне осталось прожить. Змеи, змеи, пауки, прислушиваюсь. Ну, никого нету. Никого не слышу, никого не вижу. Только какие-то галлюцинации, муравьи. Муравьи наступил. Ух, страшно, эти попугаи летают, они напрягают меня очень. Если есть какое-то движение, я сразу напрягаюсь очень сильно. Что с мышкой? Мышка так кричит громко. Пойдем прибачим, может быть, не успокоим свои нервы. А, неизвестно, кто там бегает. Белый какой-то, красный, нет? Показалось. Сколько здесь попугаев? Ты посмотри. Сзади никого нет. Друзьямцы! 12 часов осталось нам прожить, дорогие друзья. Осталось буквально чуть-чуть. Да меньше уже. Нам осталось 11 часов. 11 часов я спать, конечно, все это время не буду. Я буду есть, я буду рыбачить. У меня есть гусеница. Есть личинки, я могу спокойно порыбачить здесь и поймать что-нибудь интересненькое, да? Здесь есть, кстати, два вида рыб. Ну-ка, погоди, давай-ка глянем. Что здесь можно поймать? Давай-ка четверочку. Крючок у нас есть? Крючок есть? Гусеница, мне нужна гусеница. Погоди. У нас нет крючка, да? Крючок нужен тебе. Сейчас мы изготовим крючочек. Изготовить нам крючок. Весь в блистах, пиявках. Сижу, рыбачу. Настоящий туземец, да? Самый настоящий туземец. Все, все, все. Бабочки летают, попугайчики. Туземцев не вижу. Так, рыбка, рыбка, ловись. Маленькая и большая. А, правда, плохо видно. А, в принципе, нет, видно, нормально. Вон крупная есть рыбина. О, о, подсекаем. А, нет никого. Так, а есть там? Нет уже. Погоди, а куда делся мой крючок? Он, что ли, у меня сломался? Ну-ка, секундочку. Еще раз давай-ка сделаем. Давай-ка сделаем еще один крючочек. Нет, не тот ты берешь. А куда делся реально мой крючок? У меня какие-то галюники. У меня остались только личинки, гусеницы, я уже все съел. Так, ну что, давай еще раз забросим. Вон туда, где покрупнее рыбка. Так, в чем проблема? Ну, брось сюда. Брось сюда. Далеко не бросай. Давай, подсекаем под левую мышку. И правую мы вытаскиваем. О, попалась, смотри, какая мелкая. Бери, кто это у нас такой? Это кто у нас? Дискус? О, какой маленький. Чертовски маленький дискус. Погоди, я хочу захрумкать, смотри. О, пищевое отравление. Нормально, поймал и сразу сожрал. Очуменно.
Это я понимаю, рыбалочка, да? Это реально райское место. Вон крючок есть теперь на месте. А я хочу поймать покрупнее. Вон, вон, крупная рыбина, смотри, какая есть. Давай-ка, рыбка, ловись. Большая, маленькая. Ну, там только крупная. Там, наверное, нужна гусеница, а не личинки. А гусеницу я все сожрал. Во-во, смотри, какая крупная. Это мертвая уже? А, нет, не мертвая. Забрасывай, давай. Давай, забрасывай. Ну, ну ж, ловись. Нет, наверное, нужна гусеница. Довольно крупная рыба. А, хорошо, давай-ка забросим там. Я все посмотрю на туземцев. Они как прибегут, они как вмажут. Да хотя, мне кажется, здесь вообще никого не будет. Здесь реально обалденное место. Здесь очень красиво. А сколько там часов? 23 часа. Очуменно. Так, где мои личинки? Мне осталось 8 личинок. Давай-ка еще поймаем рыбку одну. Еще одну закрумкаем рыбочку. О-о-о-о-о-о-о-о! Нет, не поймал. Так, есть у нас. Есть на месте. Успел я вытащить. Обалденное место. Ну, давай, ловись. Так, погоди. Там, наверное, нет рыбки у нас. Ой, там крючка-то нету. А почему у нас ломается крючок? Наверное, нужно сделать крючок из костей. Так, изготовить. Погоди, а как изготовить из костей? Добыть! О! Добыть. Так, добыли, добыли. Что мы добыли? Теперь изготовить. Вот такой крючочек. Покрупнее крючок для крупной рыбки. Так, теперь крючок сюда. О, это понимаю. Крючочек. И давай личинки. У нас нет гусениц. Жалко. Давай, рыбка, ловись. А, рыбочки. Ну, рыбка, ловись. Наверное, слишком большой крючок. Нет, нормально. Нет, не успел вытащить. Так, у нас крючок на месте? А опять, что ли, сломался? А в чем проблема? Раньше не было такой фигни с крючками. Блевотина. Ну, блевани уже. Давай, блевани хорошенько. Паразит еще. Ай, давай еще мы накушаемся. Ой, а вот у меня есть грибы. Давай, пару грибов, и все нормально с нами будет. Ой, глисты у меня. Погоди, я же съел два гриба. Почему у меня глист? У-у-у-у-у-у-у. Глисты у меня, блевотина еще. Весь грязный. Весь грязный, да-да-да. Вот так нужно встречать сотый день выживания в зеленом аду. Еще знаешь, взять глину и реально быть весь грязный. О-о-о, вот так, смотри, взять глину, запачкаться очень сильно и встречать сотый день. Вот именно вот таким. Но сейчас пойдет дождь, я помоюсь сразу же, быстренько. А, порыбачили. Съели рыбку. Еще что-то съели. Я пытаюсь, видишь, убить главного героя, но я понимаю, что это не очень-то и смертельно. Так, я спать уже. Я сейчас спать буду. Прямо тут. Прям тут ложись-ка. Погоди, погоди, ложись, ложись, не падай. А не падай в оморок, просто усни спокойным сном. А, батко, у нас подкожный червь будет. У нас уже много... Ой, проснись, проснись, 6 утра. Доброе утро! Доброе утро! Сотый день выживания! 183 километра прошли, 23 минуты мы блевали. Но, друзья, мы прошли. 100 дней выживания максимальной сложности без смерти. 8 часов утра, я считаю, это показатель, что все, мы прошли полностью. За крупным бананочком все это делаем. Смотри, реально, весь грязный, весь пиявка, весь избитый, израненный. Палки валяются. Но мы все-таки это сделали. А давай-ка глянем еще разок. Погоди, давай повернемся. А давай-ка глянем еще разок, насколько мы весь избиты, насколько мы весь изранены. У нас есть подкожный червь. На левой. У нас подкожный червь и тут-то есть. У нас много пиявок на ноге. О, смотри, сколько. 5 штук здесь. И тут у нас... А сколько? 3? 3? Тоже 5? Или 6? 6 пиявок. 6 пиявок. И... Подкожный червь и тут-то. Видишь, если есть подкожный червь, то больше никого нет. То есть пиявок у нас никаких нет. А, одевай-ка броник. У нас еще время не закончилось. То есть у нас есть еще время. Буквально
несколько минуток. Эй, дорогие друзья, 100 дней мы прошли. Ну реально, смотри, 100 дней уже есть. То есть мы прожили эти 100 дней. Меня уже никто не убьет. Я сейчас наемся реально вдоволь. Ешь, ешь, ешь все. Пей, пей, выпить. Чтоб поднять все жизни. Давай, жри гусеницу. Давись гусеницами. Все, сейчас накушаемся. Полностью все скушаем. Выпил, бананы ешь. Больше ничего у нас нет. Ой! А почему так много глистов-то? 8 глистов! Друг мой, нам придется 10 дней потратить, чтобы выводить нашего главного героя в нормальное состояние. Он реально весь избитый, весь в глистах, в пиявках, в грязи. Но место хорошее. А, здесь есть ровное пространство. Смотри, здесь можно что-то построить. О, прикольно, кстати, да. А тут есть шишки. А нет, вот здесь нет шишек, это слишком молодая. А шишки вот тут, где есть сухой лист, вот здесь шишки находятся. А вот и шишки, кстати, 8 глистов я нахватался. Но это не смертельно, это нормально, просто будет быстро, все будет быстренько падать у нас. Я хочу еще бананы, кстати. Да, я хочу бананы есть. И вот так хочу съесть. А ну, конечно же, и пару личинок еще. Ой, 10. 10 глистов. 10 глистов я нахватал на свою душу. 8 часов утра, полный рассвет, мы встречаем 100 дней выживания, максимальной сложности, без смертей. 100 дней, дорогие друзья, мы это сделали. Спасибо, что болели за меня, мы еще увидимся с вами обязательно в этой игрушке. Будем проходить сюжетку уже на максимальной сложности, а без смертей тоже. Но проходить будем сюжетку, и мы посмотрим, насколько я все дело изучил и как я понял, как выживать в этой игре. Это был Зеленый Ад, 100 дней выживания. Максимальной сложности без смерти. Всем спасибо, кто смотрел до конца этот ролик. И все ролики, кто болел за меня на стримчиках в роликах. Я с вами уже прощаюсь, и всем удачи, желаю. Берегите себя и своих близких, родных. Всем спасибо, и всем пока.